Этим участком дороги в переулке Донской пользуются достаточно активно, поэтому в ремонте и обновлении дорожное полотно нуждается каждые несколько лет. Очередное благоустройство проезжей части переулка власти решили произвести именно весной. Как известно, качество заплаток, а в данном случае производится самый популярный вид ремонта – ямочный – зависит от соблюдения технологий и погодных условий. В первую очередь специалисты укладывают асфальт на участки, которые нуждаются в срочном ремонте. Там, где была повреждена сильно дорожная одежда, производится выемка, заново отсыпка и асфальтирование непосредственно поврежденных участков. Вот. Также производится ремонт ливневых коллекторов, которые находятся под дорогой и вдоль дороги. Установлены новые решетки. Если заасфальтировать дорогу, не сделать коллектор, он через некоторое время просядет от грунтовых вод. Неважно, от каких, от ливневых, от грунтовых. Естественно, все это укрепляется. Естественно, все это будет сделано. По этой дороге курсирует 94-й маршрут. Все колдобины и выбоины водители знают наизусть. По возможности кочки объезжают, но все же пассажиры жалуются. После ремонта, обещают специалисты, полноценное сцепление колес с полотном будет обеспечено. У нас очень плохая дорога. Все время ползет грунт. Так что мы очень рады, что хоть какие-то ямы будут заделаны. Эта же дорога ведет к знаниям местных ребят, в том числе проживающих на улице Пасечной. Подойти и подъехать к 4-й школе можно только этим путем. Многие родители подвозят своих детей к школе. Поэтому хотелось бы, чтобы дорога была в должном состоянии. Это для нас немаловажно. Благодаря муниципалитету во главе главы города Сочи и компании, которая сейчас делает эту дорогу, мы, конечно, благодарны им. И будем надеяться, что это будет сделано быстро и хорошо, и качественно. Качественный ямочный ремонт актуален на протяжении нескольких лет, но самое главное – это залог безопасного дорожного движения. Сегодня же рабочие приступили к ремонту еще одной улицы – Тимирязева, где произошел провал дорожного полотна. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.